В Рио главы Дагестана Сергей Миликов встретился с родителями братьев Гасангусейновых, погибших в августе 2016 года недалеко от села Гор, Хиндах в Шамильском районе. Выразив слова соболезнования Муртазали и Патимат Гасангусейновым, руководитель республики подчеркнул, что понимает и разделяет большое горе, постигшее их семью. Я понимаю, что ваше горе, оно в определенной степени стало горем всех дагестанцев, которые, к сожалению, вот за эти смутные времена потеряли детей. Но жизнь продолжается, жить надо. Сергей Меликов предложил, в свою очередь, человеческую помощь, чтобы семья смогла преодолеть трудности не только моральные. В тех делах, где вы сегодня могли рассчитывать на детей, рассчитывайте на нас, заключил в Рио главы региона. Возраст идет, мы все уже не молодеем. Была бы опора на детей, они бы помогали. Давайте сегодня я в какой-то степени вот, в этом отношении попытаюсь эту помощь организовать. У меня есть хороший друг, товарищ Игорь Магомедович. Он тоже здесь присутствует не как должностное лицо, вот, а как человек, который искренне может вам помочь. Со своей стороны Хизри Абакаров сообщил, что Муртазали и Патимат Гасангусейновы планируют открыть фонд, который будет помогать людям, потерявшим детей, и добавил, что всей семье будет оказана полная поддержка. Мы очень благодарны, Сергей Алимович, вам, единственный человек, который нас принял в этом здании. Мы очень благодарны вам.